сложная игра, вам удалось сегодня забить. Почему моментов так мало было реализовано, на ваш взгляд? Вообще «Адмирал» мало реализует. За что, невезение? Или... Ну, где-то да, сегодня именно такой случай, потому что было три штанги, это практически голы. Я считаю, нам в этом не повезло, и мы заслужили победу основной. За счет чего нужно все-таки обыгрывать таких соперников, как «Автомобилисты»? С сильными командами, вот «СКА» в Санкт-Петербург тоже приезжала, тоже много моментов было. За счет чего удается играть с такими соперниками практически на равных, как «Автомобилисты»? За счет дисциплины, правильной игры в обороне и выполнения тренерского задания. Но дисциплину-то сегодня судьи подорвали. Столько пропустили. Ну, об этом нельзя говорить. Ну, я понимаю. А «Автомобилисты» одна из, показалось, ну, после «Китая», точно самая грязная и подлая команда. Как бы у всех разные стили игры. Это хоккей. Это насколько, нормально воспринимается. Насколько вообще жесткая и порой жестокая была игра сегодня, если так вот можно судить по своему зрению? Ну, одна из самых таких жестких в сезоне, да. Такие игры бывают, случаются, ничего страшного. Для Владивостока, ну, относительно особенная игра будет следующая. Это Амур, здесь и дальневосточное дерби. Отношения между двумя городами, некоторые сравнивают, как Москва и Санкт-Петербург в чем-то. Как-то хоккеисты настраиваются, или для них это обычная игра, на которую нужно выйти, ну, просто набрать 2 очка и все? Конечно, настраиваются. Мы все понимаем, что это дерби. Это очень интересный матч. Всегда приходит много народу, ажиотаж создается. Все настроены только на победу и очень настраиваются на такие матчи. У Трушкова сегодня был полноценный дебют. По-особенному играли в обороне. Хотелось помочь, наверное, голкиперу, или все так же? Ну, в принципе, с первых смен зарекомендовал себя, что он надежно играет. Поэтому у нас было спокойствие. Я считаю, в принципе, его полноценный дебют отдался. Жалко, что в овертайме получили удаление, там, не обязательно гол получили. Так он молодец.